Еще один вечный огонь зажегся в Вологде. Обновленный памятник сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении долга, открылся сегодня в преддверии Дня российской полиции. На торжественной церемонии присутствовали первые лица города и области и, конечно же, родственники тех, кому посвящен монумент. С подробностями Юлия Савинцева. Открывают мемориал кавалер Ордена Мужества, ОМОНовец Алексей Рыбальченко и Ирина Перец, вдова Героя России Сергея Перца. Это почетное звание вологжанину было присвоено посмертно за подвиг во время Второй Чеченской войны. Рота ОМОН под его командованием, защищая свои позиции, в течение 3 часов удерживала натиск боевиков. А сам Сергей погиб от пули снайпера, спасая раненого бойца из-под огня. Но у меня, наверное, как и у всех родственников, просто чувство благодарности, как бы приятно, да, что люди помнят и хотят что-то сделать, что-то еще, чтобы напомнить и всем остальным, как бы, и себе самим, ребятах. У каждого своя история и общая память. Исполняя служебный долг, погибли 74 вологодских сотрудника. 19 лет назад в память о них был возведен этот мемориал. В начале 2015 года по решению областного МВД началась его реконструкция, которая длилась 3 месяца. Обновленный памятник торжественно открыли накануне Дня российской полиции. В церемонии приняли участие первые лица города и области. Памятник стал еще красивее. Появился памятный огонь. А это значит, что память о тех, кто в мирное время отдал свою жизнь за правопорядок, закон и спокойствие на своей земле, будет, как и раньше, также для каждого из нас важен и почитаем. Основа монумента не изменилась. Это 4 6-метровые колонны, поддерживающие колокол. После замены гранитной облицовки памятник поменял цвет со светлого на темный. С одной стороны теперь он украшен гербом МВД, с другой – областного управления. Эти знаки заменили прежние барельефы на монументе, а в его основании зажегся памятный огонь. Обелиск обрел памятный огонь, который планируется зажигать в дни государственных и профессиональных праздников. Значимость этого мероприятия выходит за рамки ведомственного события. Это дань уважения сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей со стороны общества. Памятный огонь будет гореть и завтра, в день сотрудника органов внутренних дел России. А в следующий раз его зажгут 12 декабря, в день Конституции. Юлия Савинцева, Максим Тышковец, Вологда-Портал.